Семейный фестиваль по пропаганде здорового образа жизни «Дзюдо для всех», организованный в рамках проекта «Омский кадокан дзюдо», прошел в спортивно-оздоровительном комплексе «Чудо». 25 ноября здесь собралось более 40 и начинающих, и уже бывалых спортсменов-дзюдоистов. Проведение фестиваля стало возможным благодаря инициативе руководителей и тренеров городской федерации дзюдо при финансовой поддержке фонда президентских грантов. Федерация дзюдо города Омска выиграла грант президентский «Направление оздоровления». Называется проект «Омский кадокан дзюдо». То есть в Японии есть институт кадокан международный. И то есть у нас несколько членов федерации являются членами международного института кадокан дзюдо. Охват проекта большой. Закаливание и оздоровительные процедуры сменились более спортивным направлением – изучением дзюдо и мастерских техник. Подвижные игры, общая и специальная физическая подготовка, нормативы ГТО, семейные эстафеты – такие активности по душе и детям, и их родителям. Я очень люблю мероприятия семейного характера, когда ты можешь провести время с ребенком, посоревноваться с другими родителями. Это очень интересно, забавно, весело. Поднимает такой общественный дух, объединяет нас всех. Ну, здорово очень. Спасибо за такое мероприятие. Во-первых, нам помогают, рассказывают обо всем, рассказывают правила, как дзюдо само, как спорт зародился, дзюдо, где, кто его начальный участник. Помогают нам приемами, объясняют все. Очень интересные техники, всякие подвороты, которые, эти тонкости самой борьбы, ну и много всего интересного. Итоги реализации проекта «Омский кадокан дзюдо» в этом году будут подведены 30 ноября в общественно-политическом центре.